А Геннадій Вікторович, як ви бачите, що треба зробити, аби українці жили краще, і що цей форум від президента, що це реальне бажання змінити ситуацію, чи просто піар? Ну, конечно, это пиар. Это программа, всегда пиар президента, пиар зеленой команды на будущие выборы. Потом надо будет за это отчитаться. Но на самом деле убивает же не нищета убивает. И население нищее, на здоровье нужны деньги, особенно в возрасте. У тебя пенсию сейчас мне начислили $95, я живу на $95. Вот ты два дня лечу глаз, $95 улетело, как мне жить дальше? Мы же несерьезными вещами занялись. Когда либертарианцы говорят, что пока у вас не будет $50 000 на душу населения, у вас здоровья не будет. Потому что все страны, которые вы перечислили, у них или почти 50 тысяч плюс солнце, там Испания поменьше. Либо как Япония там за $60 000. Когда мы говорим, что надо в Украине сделать, чтобы у нас было $50 000, отмените налоги с этих несчастных людей, у которых вы забираете по 40% на заработную плату, заработная плата. Вы забираете у них НДС, вы заставляете их покупать товары, растамаживая 20%, а не платят, 32% на таможне платят. И, конечно, когда Саакашвили выступает, говорит, 37 миллиардов пропадает. Да не пропадает. Они в экономике, и слава богу, они остаются. Их государство не может забрать из теневого сектора. Потому что запутанное все. У нас же есть Гетманцев. У нас Гетманцев делает людей нищими. Президента, да, ему дурят голову. К сожалению, они не слушают либертарианцев. Они на короткий период объявили себя либертарианцами, тут же испугались этого слова. Потому что либертарианец – это индивидуалист. У индивидуалиста должны быть деньги на спортивный зал, на тренера, на лекарства, на добавки, на БАДы, на хороший белок. Сегодня мы дадим им на улице эти помещения, на улице, и висите там мешки без денег. А у людей нет денег даже повисеть нормально. И будет у них всегда на полшестого. Так. Вот что президент сделал. Поэтому у меня есть другая программа для Зеленского, для повышения рождаемости. Значит, есть ЗЕЭКа. Запускаем программу, мужиков убираем, украинских, всем ЗЕЕКа, и рожаете подвойни. І удваюємо населення. Бачите, в нас так не дуже виходить. Якщо в інших країнах, наприклад, в Німеччині, той самий локдаун призвів до бейбі-буму, там активно почали народжувати, українці навпаки все більше відмовляються. У нас населення, президент же неправильно говорить, населення теряється не із-за рождаємості. Во всій Європі рождаємость, во всіх цивілізованих странах рождаємость падає. У нас не їдуть люди сюди, у нас уїжджають. За 19-й год уїхало 1,5 мільйона. Це правда. Ковід тільки остановил, уезд отсюда, Европа закрыла. Сейчас откроют Европу и чухнут отсюда молодежь, туда уже собирают монатки. Так, тут финансовый... Деликатное питание, мушу его задать. А вот в контексте ЗЕКО, то материал має бути від тільки Зеленського? Чи може бути альтернатива? Государство, как ковид будет впрыскивать. Ну, якщо тут финансовый рай, то тут новый курс, так?